Всем добрый день. Сегодня небольшой обзор малярной лампы Losev Ultra Pro с 5 режимами яркости. Давайте посмотрим, для чего она нужна, для каких целей. Ну вот прекрасно видно стену кривую, все неровности, которые выявляет эта лампа за счет параллельного луча, направленного параллельно стене. Где-то ширина освещения порядка 2 метров, и в длину она освещает порядка 5 метров. То есть поле для работ достаточное, это 10 квадратных метров. Вот. Здесь как бы у нас рулетка. Темно, конечно, ну вот, все видят. 5 метров. Ну и туда уходит рулетка, вот она. Вот поле. Это видео для тех, кто как бы хочет понимать, почему она такая маленькая и как она освещает поверхность. 5 режимов яркости. Давайте проверим. Это минимальный. Это самый яркий. Как видите, она дальше даже больше 5 метров может освещать. И опять-таки все неровности выявляет на все кривизны, всю кривизну поверхности. Это опять не самый минимальный режим яркости. Максимальный, средний, еще один и самый опять минимальный. Все, всем спасибо. Малярная лампа Losev.